Всем привет, ребята! В этом видео я вам покажу, как поставить абсолютно любое расширение на CSGO. Ну что ж, погнали! Ну что ж, делается это очень все просто. Вам нужно, если у вас видео, там я если найду сейчас на экране у вас выведено, как это сделать. Если найду, не найду, то сорян, что не смогу помочь. Ну, на видео все просто. Правой кнопкой мыши по рабочему столу, панель управления видео. Ждем, пока зайдет. Так, зашло. Дальше вот здесь заходим в дисплей, изменения, расширения, дальше настройки. И вот, вот можете посмотреть все расширения, которые у меня здесь есть. Можете взять, если хотите, вот в CSGO тут перейти, если надо. Чтобы создать свое, нажимаем создать пользовательское расширение, здесь ставим свое любое. Нажимаем тест и все. Я выберу сейчас расширение вот это 1080x1080, чтобы показать вам, как это работает. Вы дальше все подтверждаете, у вас само это расширение не изменится. Дальше открываете Steam и просто заходите в CSGO. Сейчас покажу, как это выглядит. Ну вот, ребята, я уже в CSGO. Вот расширение. Дальше вот CSGO. Заходим в Play CSGO. Ой, нет, Steam меню. Видео. Дальше вот здесь выбираем Accept расширение, короче. Вот здесь выбираем вот это 16:10. Обязательно. Ну, если не будет 16:10, поищите 16:9 или 4:3. Начаешь всего 16:10. Тут выбирайте, какое вы хотите. И сейчас я сыграю катку и покажу, как вообще выглядит 1080x1080. Вот я в катке уже дезматч зашел. Вот примерно как-то вот так выглядит. Очень широкая просто. Вот модельки огромные. Мне нравится еще расположение рук с этим. Так что как тоже нравится. Ну, я вроде все показал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока, ребята.